Обсудить современные проблемы банковского сектора, найти точки взаимодействия с властью и надзорными органами, обменяться опытом в правовой сфере – это лишь малая часть тех возможностей, которые дал участникам Всероссийский банковский форум. Действительно, очень хорошая идея пришла Тюменскому государственному университету и Сбербанку России провести вот такой форум. Здесь создать такую площадку. И это очень здорово, и мы очень благодарны за это, что Тюмень становится центром такого интеллектуального притяжения правовой мысли России. По словам специалистов, технологии, которые применяются в банковском секторе, обгоняют существующее законодательство. В первую очередь это касается развития онлайн-банкинга и проведения электронных платежей. И нынешнее правовое регулирование не должно идти вразрез с прогрессом. Форум, я думаю, что должен стать площадкой, в частности, для предложения закон-инициатив. Мы это делаем постоянно там, в режиме онлайн. Для совершенствования законодательства, потому что именно нам, как вот крупнейшей организации, может быть, лучше видно, что требует какого-то изменения в законодательстве. Поэтому важно изучить не только опыт региональных специалистов, но и услышать мнение банковских экспертов со всей страны. Наша задача ведь стоит еще и обсудить правоприменительную практику, найти очень интересный опыт по России, посмотреть, почему те или иные нормы законодательства не работают или не срабатывают. А может быть, просто не дошли еще руки, не обменялись опытом. Поэтому нам представляется, что менять законодательство, предлагать это сделать, закладывать это в резолюцию форума мы будем только тогда, когда познакомимся до конца с общероссийской практикой. Работу форума разделили на несколько секций. На каждой из них обсуждали вопросы правоприменения в банковском секторе. От аспектов оказания банковских услуг до участия кредитных организаций в уголовном процессе. А итогом первого всероссийского банковского форума в Тюмгу стало утверждение собственной резолюции и плана по реализации принятых решений. Дмитрий Обухов, Алексей Мойсов, Евразион ТВ.